Добрый день, дорогие зрители! Совсем недавно на своем канале я рассказал о том, как сделал самодельную струбцину для склеивания фоторамок. И вы знаете, очень интересная штука получилась. Когда я склеил пару рамок, то все было нормально. Но вчера, сделав очередную рамку, я с трудом ее выбил из струбцины, и когда положил на ровную поверхность, увидел, что она склеилась неровно. Я задумался, в чем дело. Хотя при этом сама струбцина лежит на гладкой ровной поверхности и не имеет никаких перекосов. Дело в том, что после склеивания предыдущих рамок в струбцинах оказался засохший клей. После этого я еще раз внимательно пересмотрел видеоролик о похожей рамке Владимира Ивановича Живенко. В его конструкции в каждом из данных элементов было просверлено внизу отверстие для вывода остатков клея. Вот это мне сейчас и предстоит сделать. Итак, отверстия при помощи сверла Форстнера были просверлены. Сейчас я конструкцию перевернул и посмотрим, что из этого получилось. После просверливания отверстий конструкция выглядит следующим образом. Я надеюсь, что теперь при склеивании остатки клея будут выходить через эти отверстия, и перекосов при изготовлении рамок у меня уже не получится. Вот такие изменения в конструкцию своей струбцины я внес. И мне хотелось бы сказать спасибо Владимиру Ивановичу Живенко, который в своем видео рассказал, как грамотно все надо было сделать изначально. И еще раз я убедился в том, что слова опытных мастеров все-таки надо слушать и делать все изначально правильно и грамотно. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.